Базар ТВ представляет. А вот это уже похоже на правду. Спасибо, что вы смотрите наш телеканал Базар ТВ. Смотрим немного статистику, то есть немного поговорим о компьютерной тематике по поводу операционных систем Windows вообще. Что-то действительно кажется, что из-за того, что много видео сделано вообще в интернете про всякие Windows 10 и более того, потом, скажем, хочешь рассказывать от себя по поводу Windows 10, например, а тут бывает такое, что просмотров вообще мало. Вроде вот сделал первый запуск Windows 10, 19H1, это свежая версия. 19H1 на ноутбуке Asus K53TK, и то набирает, знаете сколько? 270 просмотров. 270 просмотров, это очень мало. Учитывая в том, что, к сожалению, видео много, а в статистику вообще наш канал, можно сказать, не попадает. Да вообще что-то кажется, что немного просто кому-то вообще надоедает. Кому-то вообще интересна другая тематика на самом деле. Кстати, что я чую? Сервер 2016, 111 просмотров. Это получается уже поздно, да? А тут смотрите, Enterprise 2016 LTSB. Но все равно как-то делал, чтобы было хотя бы познавательно кому-то было. Но 90 просмотров, это вообще смешно. 71 просмотр на Full Kratos Update и сам Kratos Update. Anniversary Update 87 просмотров. Это уже поздно получается. Как говорится, поздно, батенька, если не ошибаюсь. Поезд ушел. 19H1 обзор, а 858 просмотров. Запускал я Enterprise 2019 LTSC на ноутбуке Asus K53TK, 1319 просмотров. Некоторые думают, что Базар ТВ популярен. Нифига, почти не популярен, судя по всему, потому что Enterprise 2019 LTSC всего лишь набирает 10 тысяч просмотров и растет очень медленно. Более того, по билду 18282 от 19 ноября 2018 года вообще, это русскоязычный обзор, набрало всего лишь на данный момент 2827 просмотров. Windows 3.2 вообще 243 просмотра набрало. Вот этого на тот момент был свежим, это от 30 марта 2018 года обзор на Redstone 4, 1133 просмотра. Это значит, что не очень-то популярен у нас. Не то, что тут думали. Windows 10, обзор Windows 10 просто обозвал. 162 просмотра вообще набирает, это что такое? Заглянем в Windows постарее. Например, давайте Windows 2000, что ли? Вот это вообще абсурд. 205 просмотров по Windows 2000 сервер. Ну, некоторые люди вообще немного забывают про все вот это связанное. Одно радует том, что, можно сказать, не сегодняшний день. Это был запуск на Windows 2000 Service Pack 4 Symantec 2.9.1 браузер. Ну а обзор по Service Pack 0 вообще 179 просмотров. Это уже... Что говорит о вообще слабом интересе? Пожалуй, тематика про Windows, да и вообще про операционную систему и...
компьютерной тематики, в частности на канале Базар ТВ, может отойти на второй план. Что-то не хочется снимать про компьютерную тематику, чую. 1302 просмотра по Windows XP, это вообще нормально или нет? Вот так вот получается. Хоть немного радует 328 просмотров по русскоязычному обзору Windows 2000 Build 1983. И то слабый интерес на сегодняшний день, это точно. XP. Еще совсем по XP хочу посмотреть. Кстати, по Ecomin Call быстро растут просмотры. Очень быстро. Почти очень быстро. Поскольку у них популярность. По Atari тут мало просмотров. Посмотрим. 898 просмотров. Чуть радует, но тем не менее слабый интерес. По Media Center Edition. 25.42 вообще, 478 просмотров. По перезаивам вообще очень мало. Но очень мало, согласитесь. Таки да. Более того, популярность вообще не снискала. По прощай Windows XP 2019, это полный конец эры Windows XP. Можно и так сказать. 95-я винда. Наверное, может быть вообще абсурд, если я посмотрю на меньшие просмотры. Хотя, видите, 953 просмотра, что немножко радует. Это, можно сказать, на сегодняшний день по билду 314. Русскоязычный обзор по сборке 314. Но по основным слабо. Нэшвилл неплохо. Несерьезные видео, серьезные рядом уже не показывается. Это уже секретный архивщик такой. 501. Слабо, очень слабо. Вот это вообще смешно. Ну ничего. Все равно лайки, дизлайки на нашем канале в реальности вы не посмотрите. Хотя, что как YouTube будет себя вести. О! Очень слабо. Очень тонко. Это 2 лайка, 86 просмотров по этой сборке. Тонко и очень мало. Все говорит о том, что как-то приелась тема по поводу Windows. Потому что очень много видео в интернете встречается по поводу Windows. Очень много видео от популярных блогеров. А тут получается так, Базар ТВ не очень-то и популярен оказался. Так что получается как-то приелось. Да и вообще почему-то в последнее время просто не хочется снимать про компьютерную тематику на канале Базар ТВ. То есть получается отходит на второй план, что я... Это вообще смешно. Я насчет 76 просмотров и вот это вот всего. Два лайка, 83 просмотра по Sparta Build 014E. Не густо, совсем не густо. Так. Тройной попробую посмотреть. А тут видите, почти неплохо. Почти. Но это не точно. Не точно. Поскольку 506 просмотров по Windows 3.0 набирает у нас. А тут по билд 55. Конца 89 года вообще меньше. 206 просмотров. Вот только вдумайтесь в эту цифру. Windows 1.0. По поводу там есть того релиз 5 там есть. Хотя бы ничего, так 1000 просмотров.
А тут смотрите, как-то популярнее стало. Что-то там 3261 просмотр по Windows 1.0. Что-то неплохо так. Даже вот по Windows 2.0. А вот по Pen Computing это фиг уже. 303 просмотры, 13. Все это там дело. У меня есть и Ubuntu. Старый только. Ubuntu скачивал в прошлом году. 4.10. Посмотрим, что есть на самом деле. Ubuntu 4.10. 784 просмотра. По Ubuntu. А Android? Хоть это посмотрю, ничего страшного. Неплохо, неплохо, но все равно слабо. У Эо на Nokia 2, Android 8.1, что-то как-то не жирно, но набирает. 2000 просмотров, но не жирно, не жирно. Зато неплохо набралось по старому смартфону Sony Xperia P, это вообще. Это можно сказать на сегодняшний день. Это не работает для публичного доступа, я уже закрыл. Насчет заброшек то и все, то и по прогулкам, это теперь уже точно не моя тема, я уже к старому доброму виду уже возвращаюсь, как бы. Кстати, по поводу ZTE Blade GX V830, тоже не жирно, но не суть. Он теперь не включается, висит на заставке, я потом проверю еще раз. Это хорошо, что вовремя успел снять даже по звуку звонка. Вот такая вот компьютерная тематика, если снять обзоры. Обзоры от непопулярных блогеров становятся как-то нежирно и слабо. Нежирно и слабо. Вот так вот. Что даже перезаевать-то дальше не хочется. Даже не хочется снимать и дальше про Windows ранние версии, потому что чувствуется просто борода, скажем. Хотя, видите, я хочу Windows 8.1 посмотреть на всякий случай. Что тут дает, потому что есть и любимая сборка, скажем. Хотя слово «любимая» это как-то ассоциируется с детским, что ли. Так что не буду, конечно, мудрить ничего лишнего. Industry Pro, 808 просмотров, хоть неплохо, но все равно как-то нежирно. Более того, нежирно по этой сборке. Перезаив вообще не радует. А если просто Windows 8, это просто напоследок. Висту вообще трогать не буду и вообще семерки. В 2020 году можно попрощаться с Windows 7, как бы. Но все равно будет продолжать работать, только будут под вопросом современной игры и программы, и вообще, как будет дальше работать в действии. Браузер Chrome, как вообще подумают разработчики. Как это было с XP, когда прекратили поддерживать всякие браузеры, и получается, не знаешь, что делать с XP, поэтому хочется скорее перейти на новую систему, вроде семерки, восьмерки и десятки вообще. Тут не жирно. Нет. Как-то не жирно. Но все-таки. Ладно. Помочь есть, хватит. В общем, вывод такой. Вообще отходит компьютерная тематика на второй план, так как очень слабый интерес. Тем более на Базар ТВ это точно бывает. Потому что, смотрите, сейчас плейлисты открою. Надеюсь, не спою чего-нибудь. Да, ничего я, к счастью, не спою. По другой теме, если, к примеру, и Coming Chorus, вот только обратите внимание, сейчас откроется.
5483 просмотра сразу набрало, потому что я создал только недавно. А это когда? Только попробуйте гавкнуть насчет самолайков. Кстати, самолайков-то и не любят, но я хочу посмотреть, когда я начал заниматься. 30 мая 2019 года уже 1000 просмотров набирает. Это уже, можно сказать, хороший результат, поскольку у них incoming calls вообще продвигается быстрее почему-то. Вот такая ситуация, что с алгоритмом Ютуба, что и вообще с компьютерной тематикой. Сейчас сложно объяснить все, потому что разные люди же есть, тем более пожилые люди, которые обычно не соображают в технике, поэтому вот так вот. Кто знает, тот поймет, о чем разговор. А на этом все. Я просто пожелаю удачи, всего доброго, ну и больше сказать, в принципе, нечего. До свидания.